А сейчас мы расскажем о благодати в Архангельске. Ангел-хранитель спустился с небес во двор нового жилого комплекса «Айсадовая» на пересечении улицы Садовой и проспекта Обводный канал. Подробности у Александра Богдановича. С неба в Архангельске спускаются ангелы. Первый уже нашел свое место на детской площадке жилого комплекса «Айсадовая». Подарил горожанам фигуру ангела-хранителя художник Сергей Сюхин, автор давно любимых и известных памятников Степану Писахову и Сене Малине. Наш любимый, родной город Архангельск через все перипетии, вековые трагедии и победы вот пронес это славное небесное имя, да, Архангельск. А архистратик наш, он ведь предводитель всего небесного воинства. А в Архангельске, в Граде, ни одного воина-ангела его нет. Это стыдно, господа, просто. Ну и я решил, наконец-то, что надо начать, а дальше с Божьими силами мы продолжим. После открытия отец Андрей осветил скульптуру ангела-хранителя и обратился к участникам события. Вроде небольшая композиция, но благодать Божия исходит из небольшого. Из небольшого начала, бывает от самого малого. И от самого малого может произойти большое дело. Мы же хотим, чтобы наши дети, и наши внуки, и все мы с вами освящались. А святыня, особенно в нашем городе, изображение ангела, она освящает и вдохновляет на добрые дела. Отметим, ЖК «Айсадовая» – первый умный дом в Архангельске, оснащенный системой InHome. Она позволяет с помощью мобильного приложения управлять коммунальными ресурсами. В каждом дворе мы хотим, чтобы была какая-то изюминка, которая объединяет жителей, которая интересна, чтобы это была по-настоящему комфортная среда для проживающих наших клиентов. Мы очень признательны и благодарны Сергею Никандровичу Сюхину за его очень хорошую идею, добрую идею подарить этому двору, этому дому ангела, который это место осветит, благословит. И люди здесь по-настоящему будут счастливы. К слову, по замыслу скульптора, вслед за этой фигуркой ангела-хранителя в нашем городе появятся и другие. Потому что Сергей Сюхин уверен, ангелы не только украшают пространство, но оберегают человека от плохих мыслей и дурных поступков. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.